Ребят, всем привет! Вы на канале Папа Фанго Машинки. Ну что, поиграем в Drive Ahead, а именно в стадион, ребят, истоки. Продолжаем. Так, все у нас, все другие трассы, все другие локации, все остальные локации у нас пока недоступны. Так что, ребят, давайте начнем прохождение. 11 уровней пройдено, и 12 уровень у нас здесь Давид и Голиаф. Давид и Голиаф. Поехали. Сейчас посмотрим, режим хардкор у нас тоже недоступен. Вы посмотрите-ка. Нам предлагают гонять на колясочке против Монстр Трака. Так, на этот раз уже против Монстр Трака на мотокроссике. Я все-таки обманул этого бота. И этого обманул. Так, зомби, похоже, за рулем сидит, да? Против чувачка с мороженым на башке. И тебя обманул. Такие вы все обманутые. Это вообще язычные. Неудачная трасса. Трасса усики. Усы, ребят, да? Рановато. Ой-ой-ой-ой. Привет, чувак. Вот сейчас нормально. Если я, в принципе, в легкую прошел, без проблем. Так, следующий 13 уровень. Чистая бомбина. Выиграй в игре без поражения. Выиграй в игре без поражения. Ого. Ну, в принципе, здесь более-менее... ну, нормальная техника, кстати, да? Монстр Драк против не особо больших тачек. В принципе, здесь, да, вероятность выиграть. Без поражения, конечно, высокая. 90% вероятность даю. Не трогай мою платформу, иначе я тебя придавлю. Бам! Мороженщик. Точнее, чувак с мороженым на башке. Так, вот у тебя, конечно, защиты нет. Я падаю, ребят. Вот незадача. Взял, упал коряво, и все. И начинаем мы заново. Так, ты сейчас упадешь вниз, я уверен. Мы сделаем вид, что мы типа туда, сюда едем, и он провалится по-любому. Во, пока. Ну что, давали бы постоянно такой трасс. Локацию. Арену. Ё-моё, что я несу. Так, чувак, скорее всего, пилы будут опускаться, ребят, поэтому нам срочно нужно что-то предпринимать. Я ж не думаю, что водичка будет снизу подниматься. Скорее всего, пилы сверху опускаться будут так. Так, а что там за глюченная какая-то персонажка заглюченная? Бам! Слушай, смотрите, у нас длинная тачка. И последний. Шаркбайт! Блинский, ребят! Опасно. Сделаем Я потом еще затылком ударился, ребят, но все-таки я первый дал ему по башке, успел, да? Так, выиграли два матча в классическом режиме. Так, в канале Monster Truck, ребят, золотой уровень, 14-й, победи 5 врагов. Поехали. Серьезно, 5 врагов. 2 Monster Truck, но моя тачка сильнее твоей, в канале Monster Truck же. Моя тачка все равно сильнее твоей. Вот это попадос. Дайте ему по башке чем-нибудь. Динамитики. Спасибо. Результат 3. Слушайте, ну сложно сейчас будет, конечно. Но мы попробуем. К сожалению, наш тролль не справился. Ну, началось. Арена другая, ребят, уже хорошо. Хорососенькие, то есть места для маневров, в принципе, у нас предостаточно. Люблю, когда трассы у нас меняются и дают нам возможность гонять по самой трассе. Ненавижу, когда... Когда у нас трассы связаны где по краям. Вот этот трасс я ненавижу. Слушайте, давайте, может... Но если не будет получаться, мы, в принципе, в любой момент... Ё-моё, вы вдвоем нечестно. Слушайте, нечестно, да? Опять та же самая трасса. Понял. Так,
Орел. Или сокол. А, не-не-не-не-не-не-не. Блин. Задавил все-таки. Как вот, как понимать? Давайте попробуем поискать ту самую. Потому что мы сейчас здесь с вами застрянем. Во-во-во-во-во-во-во. Ба-бах. Если я ее перевернул, отлично. Сейчас с этим тоже справимся, ребят. Главное не делать ошибок. Бам. Давай следующий. Так, петух за рулем у нас, кстати. Против Джейсона. Блин, вот это я дурак, а. Ой, блин. Так, ищем опять ту самую трассу. Немножко считерим, так сказать. Во, ребят. Чё такое-то? Здесь можно было тоже побрыкаться. На изи, видели, просто раскатал всех. Всех просто раскатал. Так, ребят, хорошо, прошли мы этот золотой уровень наконец-то. А, подождичка. Мы, получается, полностью этот прошли. Теперь доступен нам хардкор. Хардкор. Блин, ну хардкор рановат еще. Давайте переходим с вами к следующей локации. Летние острова. 5 ключиков за открытие. Давайте посмотрим, что здесь можем делать-то. Все на пляж. Так, здесь у нас музычка уже по-другому. Веселенькая такая, позитивненькая. У-у-у. Мотоцикл в форме. Гамбургер, чизбургер, ребят. Прикольно. Так, подожди, подожди. Здесь нам просто тупо нужно выиграть вроде, да? Бам. Катер. Трехколесный катер. А? Катер трехколесный. Слушайте, смотри, ну дают нам длинную быструю тачку. Которой мы просто всех крошим, давим. Так, нравится игра Drive Far Flat? Не очень, абсолютно. Блин, они прям вынуждают, да, нажимать не очень. А что в игре? Блин. Ладно, потом. Если нажмешь очень, переведет, скорее всего, на... Поставить отзыв в Play Market. Так, 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 вечеринка на пляже. Победи трех врагов. Победи трех врагов. Блинский. Тачки скакуны. Ай! Лоурайдер вроде называется эти тачки, да, ребят? Диски машиночки такие. Привет, Дед Мороз! Пока, кажется, сейчас утонешь. Блин, ребят, какого лешего? Не смог отъехать, видели? Когда наша тачка начинает скакать, она становится неуправляемой. Ну как неуправляемой? Она тяжело разгоняется, спирит поднимается, а толку? А толку никакого. Так, опять трасса дебильная, на которой опять мы сейчас, кажется, профукаем. Ай! Не расшатывай кокосовое дерево, иначе сейчас полетят с нее эти штучки. Кокосики, нам будет плохо. Е-е-е, спокойно. Так. Вот нам здесь, конечно, по башке сейчас что-нибудь додаст. Блинский, ё-моё, ребят! Блин, ну какого лешего? Не везет пока. Так, необычный персонаж. Рокер. Мини-босс, похоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уходим, уходим. Ага, ушли, конечно. Слушай, вечеринка на пляж, самый первый уровень. А я, как дурачок, не могу его пройти. Ничего сложного здесь нет же, ё-моё там. А я начинаю делать столько ошибок. Я первый на тебя заеду. Давай, давай. Я первый. Ай! Какой-то настырный. Задание выполнено. Повозился, конечно, столько времени. Капец просто. Так, пикник под пальмами. Микник под пальмами. Выиграй игру. Ну здесь мы делать нечего. Сейчас я ссылаю. Умудрился проскочить. Я думал, сейчас постою, а он сам делает ошибок. Нет, ребят, не получается стоять. А! Да.
эти листочки против меня работают. Ты серьезно, акула? Ну-ка, надо еще и, смотри, пасть открывать. Что ты делаешь, ты мне скажи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Кошмар. Кошмар-кошмарыч. А че у нас трасса не меняется? Пикник под пальмами, а? Ой-ой-ой-ой-ой, вот дурачок. А дурачок. Так, ребят, то есть какая здесь техника? Кстати, лодка у нас не тонет. Ай, надеюсь, что она. А, если что, она что-то плохо едет. Так, внезапная смерть. Только по башке ничего не падай. А я ведь уверен, что... О, он первый утонул. Хорошо. А-а-а! Хотя у нас тачка вроде и длинная. Давай, сделай ошибку. Да ёшкин! Не я ошибку сделаю, а он. Опа! Я тебя сейчас задавлю. Блин! Абсолютно. Нет. Мы проиграли в итоге. Так, попытка номер два. Мороженщик, да? Привет. Я все-таки обманул. Еще мороженщик. Ну давай. Давай, 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 давай. Сюда иди. Вниз. Я тебя сейчас опять обманул. Дэмс. Еще одного мороженщика. Дайте, дайте, спасибо. Блин, на этот раз у нас что-то мотоцикл обмануть сможет? Ай, почти обманул. Ать, есть. Фух, ребят, 3-0 пока. Гамбургер, ну с гамбургером у нас будут проблемы, наверное. Причем у нас уже не... Хотя, какая разница, тачка. Ой, блин, надо было скакать. Бэм. Вот такая вот, ребят, техника прохождения, да? Монстр Трак на этот раз. Против лоурайдера. Давай, давай, падай, чувачок. Лишь бы не удариться. Есть. Блин, да сколько можно пихать? Уже нравится, не нравится, абсолютно именно. Именно, видите, в Play Market сразу переносит. Спасибо, твой отзыв нам важен. Да не за что, ваша игра тоже топчик. Так, ребят, ну что, все, наверное, пока что. Прошли мы с вами вот сколько уровней, я не знаю. 3 там, 3 здесь, скажем, 6 уровней прошли, истоки полностью. Обычный режимчик прошли тоже. И продолжаем летние острова проходить, ребят. Так что подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи, друзья мои. Пока-пока.